Форрайдер у нас начинает движение. С двумя барспинами мы прорвались в начало своей попытки. Не успел наставить отсчитать 10 секунд, как уже два трюка за один палец были сделаны. И еще один трюк барспин и твист у нас был выполнен на стол пирамидочки. Опасительный барспин чуть-чуть плотный, чисто на развороте. Опасительный, если кто не знает, это вращение какой-либо части этого самоката в нервную сторону. Это все равно, что братишка пишет левой рукой, при том, что он правша. Вы понимаете, насколько сложно выполнять такие трюки на развороте, при том, что такое колоссальное давление на него оказывает его такое большое количество соперников. Итак, 4 секундочку ведь остается в разобращении 44 секунды секундомерия. Это означает, что 1 секундочку у тебя сейчас остается для одного трюка на эту границу. И пол барспина целиком. Он практически, это хаос.